Здравствуйте! Ужасная история долгого противостояния людей доказала, что невозможно остановить конфликты лишь человеческими усилиями. Люди, смотря только друг на друга, неизбежно конфликтуют. Человечеству нужна новая, более высокая цель, которая может исходить только от Бога. И она есть, передана Небесным Родителям через Мессию Второго Пришествия Иисуса истинным родителям. Они направляют нас, чтобы мы достроили Царство Небесное, мир во всем мире до 2027 года. Это цель для всего человечества, чтобы все 7 миллиардов людей присоединились и достроили мир во всем мире до 2027 года. Присоединяйтесь сейчас. Информация ниже. Аминь.